Вы знаете, у меня есть одна из самых личных песен. Она рождена в таком интересном слиянии абсолютно разных эмоций. От правильных таких страстных драк, ну как бывает, вы понимаете, что я под этим словом подразумеваю, до безумной любви, страсти и всего такого. Все классно, все нормально. Я тут стараюсь, честно говоря.